27 числа мы должны подать тепло в учреждение социальной сферы. Двумя днями ранее, 25 сентября, начнется заполнение систем, даже теми котельными, которые сейчас остановлены. Сроки определены постановлениями главы региона и главы администрации города. Однако, как это обычно бывает, в дома тепло начнут подавать гораздо позже. 25-го мы поставим сети на циркуляцию, 27-го подадим тепло в учреждение социальной сферы, а уже где-то 20 числа 29-30 температура наружного воздуха будет ниже 8 градусов в течение 5 суток, и нам придется подавать тепло уже нам на квартирный жилой фонд. Отчеты управляющих компаний пока серьезных опасений не внушают. Все уверены, отопительный сезон начнется вовремя и без серьезных аварий. Что касается ресурсоснабжающих компаний, они на совещании по традиции добавили ложку дегтя в бочку коммунального меда. На улице Баумана конца работам не видно. Мы техническое задание давали на перекладку сети в четырехтрубном исполнении, ведется двухтрубное. У представителей ФММБА очень большое опасение, что они там без горячей воды останутся раз. И у нас опасение, что ДГЦ-овые дома, строители 6 Циолковского дальние, могут тоже проблемы сейчас оказаться с этого сезона. Директор Гортепла заверил собравшихся, что проблем с горячей водой в детской поликлинике и домах не будет. Там установят теплообменник. Наталья Васильева, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.